Фотография должна отвечать на вопросы «что», «где» и «когда». Задача фотографа – дождаться, когда жизнь расставит всех героев в идеальную композицию. Фотограф должен прочувствовать этот момент, который скоро произойдет, дождаться его и снять. Сегодня мы поговорим о том моменте, когда фотография становится объектом искусства. Как заставить фоторедакторов мировых изданий прочитать ваше письмо и заказать вам съемку? Меня зовут Сергей Пономарев. Я снимал войны и конфликты в 7 горячих точках по всей планете. Я побывал в десятках стран, снял более 1 000 000 кадров. Вместе с командой «Уроки легенд» мы собрали курс, в котором я рассказываю о своем опыте и знании за 20 лет.